Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на осколки на моем аккаунте, сколько я собрал, их больше 50 тысяч. Много редких героев, донатных и недонатных. Сейчас их всех посмотрим, что я собрал за 2 года. Так, ну тут все у нас, начиная с последних героев, Седна. Можно было даже больше уже собрать, но как бы особо надобности нет, я и так их навыбивал. 335 осколков. Дальше у нас идет Фрея. Очень офигенный герой. 4 Фреи есть уже осколками, уже начинаем 5-ю собирать. Очень классный герой новый, обалденный. Заклинательница, которая вроде как и имба, но... Честно говоря, не очень. Как по мне, тоже 4 героя. Бигфут. 4 героя. 863 осколка у нас есть. 5 Афин уже собрал. Тоже классный герой. 5 Фрэнки. 1161 осколок. Ворожай. Тоже 5 штук. Ворожая можно славы собирать, там по чуть-чуть осколки выкапывают, плюс в акциях он давался по 100 штук. Ну и падает он довольно-таки неплохо. Ну, самое основное, на что многие обращают внимание, это осколки Некроса. Уже почти их 13. Уже начали 13-го собирать, но еще пооткрываем мешочки и думаю, скоро соберем 13-го. Тесса тоже 5 штук, почти уже 6. Рино 7 штук, тоже очень хороший герой. Ну, пока я их всех держу в осколках, как бы у меня и карт хватает, это чисто ради интереса начал просто копить, раньше я их тоже тратил. Вот стрелки почти сколько у нас, 8 штук, почти 9 уже. Ронины, 1585 осколков, 10 анубисов, тоже добьем до 12, думаю, благодаря мешочкам. Сердцеедка, 8 штук. Хранители я открывал, так бы было их намного больше, в свое время отсюда собрал, потому что надо было и повторки, а повторки все закляшки сливал обычно. 1322 осколка. Так, дальше у нас идет малышник, 1620, 742 призрачных, как-то немного их, ведьма 1706, вот вальторы, тоже в принципе неплохо падают, 8 штук, ну как-то странно, должно было быть больше, в принципе я их открывал отсюда тоже. 5 медуз ровно, 1000 осколков. Дракос 748. Тоже немного их падает. 5 одержимых. Леди Лео тоже неплохо падает. Укротителей немного. Укротители я, по-моему, тоже использовал. Мне нужны были повторки. Вальки аналогично. Но вальки вообще 418 плохо падает. Арктика 6 штук с половиной. 1297. Кенди 1560. Гаргулов тоже мало падает, 842. Драйки 814. Черепа 970. Почти 5 героев. Королева Гарпий 7 штук уже. 1400. Дерево 6. Варлоки маловато, 3. 3 феи тоже плохо падает. Дед Мороз 5 штук. Бульдозер 7. Рыцарь тоже 7. Влад Дракула 6 штук. 692 осколка Аресика. Дракон тоже, как видите, не особо падает. 634 осколка всего. У Купидончиков 10 штук. 2071 осколок. Это один из героев, который очень часто падает. Сундучков. Так, дальше у нас идет... Сноузила тоже 10 штук.
Ну, тыковка 11 тоже офигенно падает. Ну, дальше у нас идут герои, которых у нас пока на сервере нет. Это разрушитель, надеюсь, их скоро добавят за осколки. Хотя им нам дали как бонус дополнительный за донат недавно. Минотавр и Магдуха, они без осколка ведут. Ну, а эти герои уже магазины, они все собираются за КГшки. Я думаю, из-за этого их просто не дали собрать осколками нам. Так. Что, поехали, сейчас мы найдем наши осколки. Вот у нас есть, этих мы добавим, добьем до 1000. У нас есть 130 вот таких вот осколков. Эти сундучки мы получаем за ежедневки. Как видите, здесь герои не особо топовые, но для любого аккаунта есть возможность собрать. Плюс сейчас у нас осколки дают с песков. Возможность собрать некоторых героев тоже, в принципе, довольно-таки неплохо. С этих осколков у нас падают герои уже более имбовые. Здесь есть Анубис, Хранитель, Ронин, Стрелок, Рину, Тесса. Ну, самое основное, это здесь Некрос. С них, видите, с этих сундуков первого уровня дают всего лишь по максимум по 3 осколка. То есть немного, если в этих дают попроще героям, но по 5, в этих дают по 3 максимум, и в этих осколках тоже дают по 5. Вы как видите, вроде маленькие мешочки, но смотрите, сколько здесь героев дают разных. То есть тут дают все по 5, героев очень много, плюс здесь дают донатных героев Дракона, Вальтора и Арктику. То есть 3 дракона здесь дают и одного дракона доступного у нас дают вот здесь. То есть, ну, здесь всего по 3. Ну что, давайте откроем 130 этих сундучков. В принципе, мы уже их открывали. То есть, вы видели, что нам с этих сундуков падает очень мало всего. То есть, тут и не особо топовые герои. Черепа мы, по-моему, на черепов смотрели. Черепа очень редко падают отсюда. Видите, дала всех, черепа не дала. Вот купидончики, видно, что купидона много дает. РТшки дает тоже неплохо. Так, тыковка. Ну, уже неплохо. Опять купидоны дают больше. Купидон, снеговик. В основном отсюда падают черепа, очень редко падают, как из карт, так и с этих. Вот 5 черепов нам дало. 8, опять же 8, 8. Тыква, куб. 10 тыковок. То есть, как видите, есть определенные герои, которых дают намного больше, чем всех остальных. Шанс намного выше. Вот 11 снеговиков аж выпало. Странно, купидон не выпал вообще. 5-4, опять 3 черепа дали, неплохо. 4 черепа дали, купидона нам не дали. 10 снеговиков, еще 5 черепов, смотрите, как черепа начали сыпать. Еще 4 черепа и 14 осколков, да, неплохо падает. То есть я не знаю, там за год реально вам осколками накопить на одного героя. В принципе, это хорошо, что ввели осколки. Можно некоторых героев, которые у вас там недостающие, и есть возможность у вас ежедневок, если вы активно играете, забирать их, и есть возможность их собрать. Так, окей. Ну, в принципе, все, открыли. Добавились у нас еще осколочки. Вот большой плюс то, что осколки героев реально можно собирать с акцией, вот как здесь. Фактически вы за 2,5 пака собираете половину некроса, то есть от 4 до 5 паков можно собрать уже некроса, это очень дешево. Плюс еще здесь идет Фрея, тоже 100 осколков, а вот Вольт у нас стоит 4 пака. Ну, я не знаю, разница между Вольтом и некросом очень большая. Ну и плюс вы здесь еще соберете Седну. Тоже очень неплохой герой, который очень хорошо себя показывает, прототип дерева. Ну вот видите, осколки у нас
в основном все топовые дают как осколки, так и скины дают из акций. Но бывают дни, когда 150, даже не заметил, дают 150 шиары, но у меня уже шиара прокачана на максималку. Вроде как. Да, шиара уже 35 уровня. Ну, тоже неплохо. Неплохой бонус. Но герой, честный питомец, не особо востребованный. Вот, в принципе, вот такой вот сегодня у нас был обзорчик на мой аккаунт. Ждите следующие обзоры на алтарь и прочее, что мы сделали за 2 года. Подписывайтесь на канал, пишите комменты, кто что собрал на бездонатном аккаунте осколками. Интересно, ну, насколько я знаю, многие уже собрали ворожаев. Насчет заклинательниц не знаю, или осколками кто-то собрал, но ворожаев уже многие пособирали. Он падает славы, ну, а заклинательница более проблемно. Ее будут собрать, потому что надо убивать очень много боссов и сундуков. Ну, я скоро сделаю открытие сундуков. Коплю пока их и посмотрим, сколько же надо будет боссов убить для того, чтобы собрать полностью заклинательницу. Потому что многим она нужна, у кого нет особенно Анубиса. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока!